giovane. Пошевеливайтесь!
Пригнитесь! Пришлите подмогу немедленно! Прикрывай задницу, солдат! О, Господи! Нет! Пригнитесь! Огонь, убейте его! Вниз! Мне нужно подпить! Нам нужна помощь! Тормози. Добро пожаловать, семья. Осторожно, она чокнутая. О, Иисус Мария, Хосе. Все, мистер, это уже слишком. Я вызываю полицию. Ну что, идешь дальше? Хорошая идея. Ну что, идешь дальше? Хорошая идея.
О, Иисус, Мария, Хосе! Задницу, солдат. Берегись. Шинель возьмите. Огонь, убейте его. О, Господи. Нет. Нас обстреливают. Он меня просто с ума сводит. Варюга. Жарко сегодня. И становится еще. Гонщик машин. Нас обстреливают.
Вперед, дружище! Да здравствует революция! Вниз! Получай! Волод, убейте его! Убейте этого ублюдка! Двигайтесь!
Я просто пешком иду. Иду пешком. Вперед, дружище! Да здравствует революция! Нам нужна подпитка. Убейте его. Волк, убейте его. Быстрее! Нам нужна помощь! Сохранение самообладания. Схватите его! Убейте его! Пошел, 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 пошел!
вперед, дружище! Да здравствует революция! We'll be right back.
Вперед, дружище! Да здравствует революция! Нам нужна помощь. На месте. Прошу вас, уберите оружие, сеньор.
осторожно, это псих! В чем дело? Отличное место для сборов. Я забронировал его для нас на целый вечер. 20 баксов. Повезло, да? Тебе же нравится смотреть на это. Все равно, настало время закончить эту маленькую операцию. Взгляни. Неплохо выглядит, да? С последнего вечера. Благодаря тебе, мой друг, падение Рима. Риоха охотится на Монтанос. Правительство стреляет в своих граждан, пока партизаны выжигают все вокруг. А полиция в долгосрочном отпуске. Почти прекрасное окончание. Кроме вот этого. Банка Националь. На улицах сейчас тихо. Банк закрыт до дальнейших указаний. Но не для Мендозы или Монтана. Они все в ужасе убегают. Но сперва им придется остановиться у банка, чтобы подобрать груз мертвых президентов. Ты же волшебник, Рико. Сделай так, чтобы деньги исчезли. Итак, все слушают внимательно. Начинаем операцию по перехвату денег. Это надо сделать до того, как они появятся. Эй, смотри, что делаешь. Вор! Ах ты тварь! Солдаты забрали моего брата. Осторожно!
приятель, тебе лучше выйти. Хорошо, поторопитесь. Теперь это определенно сожжет твои деньги. Пришлите подмогу немедленно. Пригнись, солдат. Цель замечена.
пешком. Иду пешком. Пожалуйста, не трогай меня. Тормози, идиот!